На фронтах Великой Отечественной войны воевали более 249 тысяч сыновей и дочерей Мордовии. Более 110 тысяч уроженцев республики награждены боевыми орденами и медалями. 124 человека удостоены высшей награды – звания Героя Советского Союза. 32 – полные кавалеры Ордена Славы. В памятную дату к жителям региона обратился глава республики. В тексте, в частности, говорится. В день памяти и скорби мы склоняем головы перед памятью миллионов наших соотечественников, чьи жизни унесла Великая Отечественная война. На защиту Родины поднялся весь наш многонациональный народ. Мужество и героизм уроженцев Мордовии, их стойкость и самоотверженность на фронте и в тылу навсегда останутся для нас примером несгибаемой воли и безграничной любви к своей стране. И сегодня, когда Россия вновь стоит на защите правды и справедливости, мы помним заветы наших отцов и дедов – быть сильными и едиными перед лицом любых угроз. Вечная память героям, вечная слава победителям. В День памяти и скорби на Площади Победы организовали вахту памяти. Ее с самого утра несут поисковики и юнармейцы. В полдень на площади было особенно многолюдно. К памятнику воинам, землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, начали возлагать цветы. Надо вот передать ту историю наших отцов-победителей Великой Отечественной войны. Мой папа прошел всю войну, был разведчиком. И я знаю с его вот этих слов, он, правда, мало говорил, а вспоминал о войне, о тех тяжелых моментах. Говорил так, лучше бы этих дней вот это вот не было. Главное, чтобы это дело не повторялось. Также дань памяти отдали представители правоохранительных ведомств. Следом цветы возложили ветераны боевых действий, представители общественных организаций. Сегодняшняя дата, она очень значимая, как в истории нашего народа, так и для бойцов, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин четко обозначил задачу о сохранении исторической правды и патриотического воспитания подрастающего поколения. Сегодняшняя дата, она один из элементов этого мероприятия, когда молодежь должна видеть как героев прежних войн, так и участников сегодняшних событий. Сегодня особый день. Он именуется вполне справедливо День скорби и памяти. А я бы добавил еще одно слово, которое, наверное, должно стать для нас всех ключевым, и благодарности. Все, что дает Господь Бог, мы сохраняем или приумножаем настолько, насколько мы умеем за это благодарить. Не осталось в стороне молодое поколение. На площадь пришли бойцы поисковых отрядов, волонтеры, юнармейцы, активисты движения первых. После возложения цветов никто не торопился расходиться. К памятнику подходили обычные прохожие, мысленно благодарили защитников Отечества за победу. Трагедия, которая началась 83 года назад, коснулась каждой семьи. Всегда важно помнить и чтить память тех, кто погиб, потому что благодаря им сейчас мы живем. Мои прадедушки воевали тоже на войне, погибли. И мы помним их, гордимся ими и благодарим за их заслуги. 22 июня в Рузаевке местом проведения митинга стала площадь около памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Юнармейцы застыли в почетном карауле. Развивается российский триколор и флаг Мордовии. В день памяти и скорби вспоминают подвиги наших дедов и прадедов. Их внуки с честью и достоинством продолжают их дело и вновь стоят на защите правды и справедливости. Мы победили тогда, мы победим и сегодня. У нас нет выбора. А у наших врагов нет шансов. Вечная память всем павшим. Вечная слава. Вечный покой. В Ковылкино в День памяти и скорби также провели митинг «Реквием». Жители города, намокшие, пришли к мемориалу воинам, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. На мраморных плитах высечены имена сотен ковылкинцев, которые отдали самое дорогое за свою отчизну. Память о них останется на века, потому что именно они отстояли независимость нашей страны от фашизма, который к началу Великой Отечественной войны уже поработил всю Европу. В планах было отобрать не только территории и природные ресурсы, захватить их, но и лишить наш народ культуры, истории, национальности, всего нашего святого.
Мы должны помнить об этом всегда. Также на митинге отдали дань уважения тем, кто ковал победу в тылу. Особенно теплые слова прозвучали в адрес тех, кто сейчас защищает Россию в зоне проведения специальной военной операции. Красные гвоздики легли к вечному огню, как символ вечной памяти и уважения славным победам наших предков. Ольга Данилова, Вячеслав Кузьменко, Владимир Надькин, Александр Овчинников, Максим Бекеев. Народные новости.